Беременность – это самый ответственный и волнующий момент в жизни каждой женщины. Именно это состояние хочется запечатлеть на память и потом показать всему миру. В этом женщинам помогает молодежный центр. Для всех мам в преддверии их праздника он проводит фотоконкурс «Красота в положении». Решили провести такой конкурс, чтобы показать, наверное, красоту женщины, которая находится в ожидании самого, наверное, прекрасного момента в своей жизни – появления маленького человечка. В конкурсе могут принять участие жительницы нашего города, будущие мамы и те, кто уже познал радость материнства. В нем 4 номинации: «Остановись мгновение, ты прекрасна», «Ждем всей семьей», «Мама-искусница» и «Я родился». Оценивать участниц будет опытное жюри. Обязательно в состав жюри входит профессиональный фотограф, заведующие ЗАГСа мы обычно приглашаем, директор молодежного центра. Жюри оценивает, выбирает понравившиеся им работы, потом они совещаются и уже приходят к общему мнению, кто же все-таки победил и в какой номинации. Организаторы приглашают к участию женщин всех возрастов. Новшеством конкурса станет голосование за приз зрительских симпатий. 22 ноября с 9 часов утра до 18 вечера в Зимнем саду будет организована фотовыставка, где будут представлены все работы. И каждый желающий может прийти и проголосовать за понравившуюся ему работу. Принять участие в конкурсе «Красота в положении» просто. Достаточно выбрать фотографии семейного архива, заполнить заявку и отправить работу на электронную почту zlamina@mc-sarov.ru с пометкой «Красота в положении» до 17 ноября. Победительниц наградят 22 ноября в молодежном центре. Подробности по телефону 991-08. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.